Смотрите сегодня в программе «Печорский калейдоскоп». Продолжается переход от бумажных больничных к электронным. Печора пока в аутсайдерах по итогам проделанной работы. Глава муниципалитета на совещании с представителями медицинских учреждений выясняла причины. Ярмарка талантов. В городском объединении «Досуг» состоялся день открытых дверей. Во время мастер-классов гости познакомились с работой творческих коллективов. Трудовое законодательство можно и нужно применять в своих интересах. Как это сделать, рассказали специалисты Печорского отдела Государственной инспекции труда по Республике Коми. Сентябрь будет теплым, а вот октябрь синоптики рассказали о прогнозах на ближайшие две недели. Эти и другие новости смотрите сегодня в программе «Печорский калейдоскоп» в 19.00 на канале Ю. Повтор программы завтра в это же время на канале ТНТ.